животные не чувствуют страха у ребенка перед ними, адреналина, и реагируют тоже адекватно, что радует, конечно. Страха перед движущимся транспортом нет, вот этого, конечно, на дороге себе ведет неосторожно, поэтому приходится постоянно держать его в руках, постоянно объясняю, посмотри налево, направо, вот это пешеходный переход, только здесь ходить, слушает, но такое ощущение, опять же, вот эта гиперактивность, она ему не дает сосредоточиться, он выбежал, все, у него раньше его мысли о том, что нужно быть осторожным, уже движения все произвольно все происходят. Поэтому я на этом прям заостряю внимание, что гиперактивность, она нам мешает, она ему мешает. Такое ощущение, что у него в голове просто поток мыслей, они не совпадают иногда с действиями, он не успевает контролировать их, остановить их. Никакие ноотропы на нас не действуют. Нетипично они на нас действуют, они нас все будоражат. Буквально валерьянка, пустырник, глицин, это мы с ней можем сутками просто у нас, потому что мозговая деятельность не останавливается даже на сон. Поэтому с ноотропами мы не общаемся. Нейролептики единственные, опять же, на нейролептике у нас такая реакция всегда. Но она проходит, конечно. Если у него присутствует злая агрессия, то она сменяется истерическим смехом, который тоже чаще всего ничем не остановишь. И чаще всего это к вечеру происходит, ближе к ночи, поэтому приходится нейролептик, конечно, это принимать минимальными дозами, но уже лет с пяти, наверное, мы на них сидим с небольшими перерывами. Хочется, очень хочется слезть с них. Ой, не хочется травить ребенка. Что у нас еще по пунктам? Страхи. Страхи, гиперактивность, словарные носочки, смех, вроде бы все, наверное. А, да, еще не присутствует у нас в лексиконе да и нет. Допустим, если ему что-то предлагаешь, если он согласен, то никакой реакции отрицательной не подействует. Просто ни махание головой, ни да, вот этого не последует. Если же он не хочет чего-то, то последуют какие-то крики. Не нет. А вот именно эмоциональный какой-то будет всплеск. Так и ориентируемся на это. Хотелось бы, конечно, гиперактивность вот эту брать поспокойнее, чтобы что-то вот тормоз какой-то в голову ему